В 2018 году запланирована 21 гонка. Одна из них – Гран-при России. Пройдет на Сочи автодроме с 28 по 30 сентября. Первоначальные гонки должны были состояться в конце апреля, но их перенесли из-за проведения чемпионата мира по футболу. В нашем городе это 5-й российский этап Формулы-1. До его начала осталось 70 дней. Послушаем, что сказал на заседании организационного комитета вице-премьер правительства Дмитрий Казак. Оперативно принять решение по всем тем развилкам озабоченности, которые возникли при формировании плана подготовки к Формуле-1. Есть предложение компактно, быстро, обсудить все эти вопросы. Они содержатся в проекте протокола. Хочу заранее сказать, что скорее склоняюсь к тем решениям, которые изложены в проекте протокола, с тем, чтобы план был утвержден буквально в ближайшие 2 дня. И мы приступили к работе по этому плану. В мире автомобильного спорта Формула-1 – самое ожидаемое и престижное мероприятие. Конечно, в Сочи в дни проведения королевских гонок будет гораздо больше гостей. На соревнованиях можно будет увидеть лучших пилотов мира. Технически совершенные болиды Формулы-1, маневрирование на крутых поворотах Сочи автодрома, увлекательные гоночные бои. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.